Дорогой Александр Михайлович, здравствуйте. Вас беспокоит Алексей Тарасов, выпускник ФАУТ 1999 года и аспирант ФАУТ по специальности механика полета. Очень приятно было узнать, что, несмотря на солидный возраст, вы не только продолжаете заниматься преподавательской деятельностью, но даже не покидаете деканат. Действительно, очень приятно было об этом узнать, и хочу от всей души пожелать вам творческого долголетия и возможности нести свет авиационных знаний и авиационной науки тем ребятам, с которыми, как я надеюсь, вы будете взаимодействовать в дальнейшем и которым будете преподавать и дальше. Моя жизнь сложилась таким образом, что, к сожалению, я не имею сейчас прямого отношения к авиационной науке, однако она мне помогает очень часто. Связано это в основном с моим увлечением авиационным спортом, парапланерным спортом. И в рамках этого спорта, и во многом благодаря тем знаниям, которые были получены мной на ФАУТе, удалось достичь определенных результатов. В частности, я неоднократно выполнял нормативы мастера спорта, объездил многие страны мира, и в рамках спорта удалось совершить много достаточно интересных полетов. По основному своему роду деятельности сейчас я занимаюсь информационными технологиями, что, в общем-то, типично для выпускников ФАУТа и физтеха. И я считаю, что без тех знаний, которые были получены именно на ФАУТ, именно на физтехе, это было бы просто невозможно. Я прекрасно помню, как разные наши преподаватели на разных курсах при преподавании разных дисциплин неоднократно говорили одно и то же. Да, мы учим вас некоторым прикладным вещам, но прежде всего мы стараемся научить вас думать. Не мне, конечно, судить, насколько это удалось нашим уважаемым преподавателям, но мысль эта крепко запала мне в голову. И все-таки надеюсь, что определенный результат в этом смысле был достигнут. И в любом случае я испытываю огромную признательность ко всем нашим преподавателям, у которых я считаю за честь удалось поучиться на протяжении моих 6 лет на ФАУТе. Вообще студенческие годы, они вспоминаются с огромной теплотой, и только по прошествии тех лет, которые уже прошли, начинаешь по-настоящему понимать, какое это было замечательное время и с какими замечательными, удивительными людьми удалось тогда взаимодействовать. Так что, Александр Михайлович, еще раз от всей души хочу вам пожелать здоровья, долголетия, возможности делиться вашим уникальным накопленным опытом со всеми, кто вас окружает. Ну и, конечно же, счастья и здоровья не только вам, но и вашим близким, вашим детям и внукам. Пусть у вас все будет хорошо. И еще раз огромное спасибо за то, что вы когда-то были в моей жизни и в определенном смысле продолжаете присутствовать в ней. Всего вам доброго.